think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, опубликовали опять новые снэкпики по поводу героя и, точнее, питомца, а не героя. Покажу вам сейчас эту тему. Ну, не знаю. Все, как я и говорил, очевидно, вот так вот. Новый царь обезьян у нас в битве замков. Короче, у нас эра обезьян начинается. Что я могу сказать? Ну, так, где его вот так вот разместим по центру, пусть будет. Все как обычно. Два героя, скорее всего, будет. Я вчера это показал. Можете посмотреть вчерашний видосик. Угадал я за обезьянку. То есть будет царь обезьян. Ну, назвали его обезьянка. Вроде сейчас я прочитаю, зайду. Да, боевая обезьянка. В общем, такой новый супер питомец у нас будет. Честно скажу, уже ничему не удивляюсь. Ну, еще добавочку нам написали. В обновлении ожидают новые этапы в командных режимах. То есть, скорее всего, откроется либо разлом и одинокое море третьего левела. Скорее всего, что будет так. Первый есть, второй у нас... уже левел тоже есть. Сейчас мы забежим. Я уже туда давным-давно не бегал. Не фармил еще с момента выхода. Мы там недельку побегали, посмотрели. Какой у нас первый есть, второй. То есть будет, скорее всего, третий. Ну, другого ничего не может быть. То есть, скорее всего, третий рифт и... И одинокое море тоже третьего лавала откроется. Посмотрим, какие там плюхи будут. Если там давали дуэлянта, может, там что-то интересное у нас будут давать. Но пока этого никто не знает. В общем, такая вот новость. И я думаю, где-то на этой неделе уже должны быть на Тайване обновления. Посмотрим. Самое интересное, что они сделают с багами. Потому что багов реально дофига. И это самое интересное, что требует вмешательства и решения. Но если они этого не сделают, то, в принципе, они сами понимают, чем это закончится. Ну, а у меня сегодня еще один... новый аккаунт, ну как, относительно новый, я начал, все-таки начал качать аккаунт, за который я и говорил. Это аккаунт, бомжи аккаунт, на котором герои с первой силой, я даже нифига не открывал, то есть, как видите, у меня даже здесь не зафармлено вообще ничего. То есть, если мы зайдем сюда, у меня вот линейка полностью фуловая. То есть я ничего не забирал, один герой, я его дофармил, причем в одной локации, то есть это 3 на 3, больше ничего нет, к сожалению. Так, и мне за Supercell ID, я буду этот аккаунт, не знаю, скорее всего на стримах качать, просто в кайф. Забираем. Забираем Барлия. Барли. Редкий, один из четырех. И сразу же скин на него дали. Вот так вот, волшебник Барли. Соответственно, у меня уже... Ничего себе. Вот смотрите, какие подгоны. Прям подгоны начали давать. Сразу же начали. Вытащил второго героя. У меня был только он один. И сразу же начали давать нам плюхи. Так, ну давайте поставим второго героя. Самое интересное, что я не могу... Вот видите, здесь надо разблокировать путь к славе. Путь к славе, путь к славе. Здесь надо 800 очей. Получи звездную силу для бойца, силовая гонка. Вот так вот. То есть, по сути, максимум, что я могу участвовать, это если мы сейчас Барлея начнем качать до 500 звезд. Ну, я планирую всех так в районе 500-550 сделать с первой силой. То есть, это у нас будет бездонатный аккаунт. У меня первый аккаунт, он фуловый полностью. Там все есть, и скины. Все, что хочешь, здесь, к сожалению, или к счастью, возможно, нету ничего. Это бомжи.
аккаунт, соответственно. Начинаем жарить их. Что не стоять, не стоять. Что-то мы один барлей работает, или это ребята еще не знают, как играть, не знаю. Скорее всего, они еще не шарят. Ну, я думаю, 300 кубков зафармить, это не есть проблема. То есть я на этом аккаунте буду качать его и апаться чисто первыми силами, как и первую Ешели апнул на 550. Наверное, звездного сейчас хватанем. Возможно, вот у меня копятся боксы, возможно, боксы пооткрываю еще. Изи. Изи с первой силы. Ну, это самое начало. Плюс 8 кубков. В итоге нам надо будет апнуть сейчас 300, тогда я смогу ходить. Сколько у меня френдов подобавлялось. Тогда я смогу ходить в другие локации. Возможно, пооткрываю линейку «Путь к славе». Не знаю, посмотрим. В общем, пишите, что вы думаете. Но я этот аккаунт планирую качать чисто без доната, чисто первыми силами по хардкору. Ой, здорово. Не убивай меня, красава. Ну что ты так? За что ты так со мной? Это, конечно, жесть, честно скажу. Если Шелли еще более-менее можно хоть как-то нормально более-менее качать, то здесь я даже не знаю, что я буду делать. Хотя, в принципе, я думаю, 500 кубасов... не будет проблемой мне прокачать. Куда ты летишь, бро? Come to papa. Интересно. Интересно, кто возьмет? Тихо, тихо, ша, тихо, ша. Не надо, не надо тут этого. Блэты, по-моему, везде есть. Я не знаю, где я только уже не бегал. Изи, изи. Ну что, сыграем? Ну давайте сыграем с ним еще раз. В общем, я не знаю, как это будет все. Сколько на это времени уйдет и какие леги у нас будут, не будут. Но я по возможности выбивания, то есть, скорее всего, я буду... открывать боксы, которые буду копить, и, ну, как и обычные без донаты, пробовать вытащить отсюда что-то интересное. Ух ты, злой, ты посмотри на него, какой он злой. Да, конечно, после десятых, честно скажу, вот захожу сейчас и... Ой, хорош, красава вообще. Так, нам надо этого бро словить, а то он сейчас нам тут может напортачить. Ребята, вы опасные. Я говорил, что опасные. Снимите с меня мишку теперь. Все это... Это слив! Я надеюсь, что они такие же рукожопы. Ну, а кто будет Мишаню убивать? Нет, это сейчас...
Сейчас его там сольют, он доиграется. О, красава. Мишка. Красава. Нет, вообще без Б. Ребята играют. Не, ну на любых левлах хоть можно поржать, вот честно скажу. Ты когда играешь уже там 500, 700, 800 кубков, и ты понимаешь, что там полный трэш, то здесь, конечно, веселуха еще та. В общем, такой вот аккаунт, ребят. Буду его качать. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите стримасов на этом канале. Всем удачи, всем пока.